Всем привет! Меня зовут Василиса Дванкова, и сегодня я снимаю новый выпуск «Отвечай или страдай». Я думаю, что вы уже поняли по картинке, кто сегодня будет у меня в гостях. Это Гэри и Ева Миллер, они уже в пути. И да, конечно же, сегодня они пострадают. Сегодня формат шоу у нас будет немножечко другим, потому что ребята приезжают вдвоем. Соответственно, соревноваться будут друг против друга, а я буду задавать им вопросы. Не хочу сейчас рассказывать подробные правила и конструкцию, это все покажу вам чуть позже. А пока у нас время для трех пользователей, которые в прошлый раз быстрее всего поняли, какого числа выйдет видео. По спойлеру в Инстаграме. Если вы сейчас не поняли, что произошло, то рассказываю. У меня в Инстаграме проходит конкурс. Каждый раз, когда у меня съемочный день, я снимаю спойлер с конструкции и выкладываю его в истории Инстаграма с большой надписью «спойлер», так что вы точно не пропустите. Ваша задача в числе первых трех угадать, какого числа выйдет это видео, с которого, собственно, и снят спойлер. Самое главное условие — быть на меня подписанным именно в Инстаграме, ссылка на него в описании, ну и быть, собственно, самым-самым быстрым в числе первых трех, как я уже сказала. Также напоминаю, что здесь на мой канал нужно не забывать подписаться, потому что я знаю, что многие мои зрители смотрят меня без подписки. Пожалуйста, не поленитесь нажать эту кнопочку вот здесь вот, сделайте ее серенькой, а не красненькой, мне это будет очень приятно. А мы погнали. Что делаешь? Да вот, пытаюсь угадать, какой фильм загадан в этих эмодзи. Отгадка — это промокод, который дает целых 2 месяца бесплатной подписки на Кинопоиск HD. То есть нужно угадать фильм, и промокод — это название этого фильма, только на английском. Я просто уже давно хочу подписаться на сервис, на котором можно легально и без рекламы смотреть любимые фильмы и сериалы в хорошем качестве. А знаешь, что еще можно делать на Кинопоиске? Что? Узнавать информацию, интересные факты о фильмах, а также читать отзывы других пользователей, чтобы не потратить время на фильм, который тебе не понравится. Короче, у меня есть чат в WhatsApp, где мы с подругами делимся классными фильмами и сериалами. Мне уже столько всего насоветовали. По описанию понравились «Теория большого взрыва» и «Как я встретил вашу маму». И если я сейчас все-таки угадаю, какой фильм зашифрован в этих эмодзи, то смогу посмотреть их в классном качестве и без кучи сомнительной рекламы. Ну и, ребята, этот промокод, конечно же, не только для меня. Его может ввести неограниченное количество пользователей, которые еще не подписаны на Кинопоиск. Поэтому советую вам всем вместе со мной угадывать зашифрованный фильм, переходить по ссылке в описании, вводить промокод. Напоминаю, что когда вы угадаете название фильма, нужно посмотреть где угодно в интернете, как он называется по-английски, и промокод будет английское именно название. Ну и вы сможете целых 2 месяца бесплатно смотреть любимые сериалы и фильмы. Кстати, советоваться и помогать друг другу угадывать фильм в комментариях не запрещено. Давайте сделаем это. Итак, ребята приехали. Давайте сюда быстро. Привет! Всем привет! Смотрите, вы ожидали таких гостей в «Отвечали страдай»? Мне кажется, что нет. Ева, Герин у нас лучший. Ну да. Вы готовы? Я увидел мышеловки, да. И, короче, ну, я, наверное, все-таки пас. Вот, рад был видеть. Вот, ну, счастливо. Хорошо, остаются самые смелые девочки, как всегда, впрочем. Впрочем, как всегда. Слушай, ну сегодня упадет один же человек? Да, правда? Один. А, честно? Один человек. Боже, пожалуйста, ну, смотри, это был ты. Смотри, у нас правила такие. Вы играете друг против друга. Да. Вопросы школьные. Я не знаю, кому из вас будет легче, кому я тяжелее. Смотри, вот я смотрю, я школу почти что на все пятерки закончил. До 9 класса одни пятерки. Да, но когда, понимаешь? Ну, я тоже умолчил. Я сегодня в роли ведущая. А мы на скорость будем, кто быстрее? Или нет, у вас 30 секунд на ответ целых, окей, вы по очереди, окей. Никакого стресса, никакого давления. Ну, я бы не сказал, что нет стресса. Кроме того, что да, кроме этих мышеловок снизу. Ну что, в принципе, правила это все. Скиньтесь, пожалуйста, кто из вас первый будет начинать. Да, мы обожаем, мы вообще, вот у нас ритуал, каждый видос скинем. Все то же самое. Что, ты смеешься, это тоже раздражает? Нет, мы когда с ними скидываемся, я всегда говорю первые ножницы, ну потому что это нормально. Нет таких правил. А Ваня что? Да. Нет, нет. Вообще такого нет. Конечно, есть. Так, все, первые ножницы. Я согласна. Суефа. Суефа. Так, мы готовы начать. Я хочу сказать вам до того, как, собственно, мы начнем, что я появляюсь на канале у Геры. Да. Да. Это и там будет очень крутой ролик. Короче, мы теперь чуть чаще, чем никогда, появляемся на каналах у друг друга. Да-да. Поэтому обязательно чекайте ссылки в описании. Если вот у тебя много мышеловок, то мы сейчас едем ко мне, и там, ой. У тебя большие мышеловки? У меня огромные мышеловки. Одна, да? Для головы, знаешь. Ну, честно. Сыграешь, тем более. А, до крови, да? Что там до крови ударило нормально? Ну, что делать? Готовы? Да. Пойдем. Подожди, а вы тестировали это вообще? Конечно.
Вы как-то очень неуверенно об этом говорите. Ты хочешь сказать, что эта конструкция тоже крепкая? Да-да, смотри, это для меня специально. Она выдерживает ровно 52 килограмма. Ты уверена, что мы пойдем прямо в центре батута? А ты вообще уверена, что мы как бы, ну... Почему столько вопросов? Еще одно важное правило. Например, Ев, тебе задаю вопрос. Если ты отвечаешь правильно, отрезаем веревку Гере. Ничего себе. Если ты отвечаешь... Если ты отвечаешь неправильно, то, соответственно, тебе я отрезаю. Ну ладно, и нормально. И наоборот. Так получается... А, ну да. Ответил правильно, отрезаем сопернику. Неправильно тебе. Начинаем мы с простеньких вопросов, более-менее. Так я на все знаю ответы, если так что. Не, правда, правда. Хорошо, но мы сейчас это проверим. Да, ребят, а вы попробуйте ответить на вопросы с нами вместе. Посмотрим, кто быстрее. Все равно ребята напишут, что я вообще-то знал. Да, все, ответ, все, все ответы. Ну, конечно, с Google, да. Я в Google написал и знал. Что-то вы туповаты, ребят. Да, простите, так, да. Надо обязательно вначале оправдаться перед тем, как ты будешь захейчен. Надо сказать, что сори, я в школе был давно, все нормально. То правда, то правда. Готов? Да, я первый, да? Ты первый, ну, окей. Я уже вторая решила, да. Погнали. Страшно, мне что-то страшно, правда. Какое произведение написал Илья Обломов? Время пошло. Ой, ты. Ну, во-первых, Илья Обломов не писал произведение, потому что он и есть произведение. Ай, красавчик. Я же говорю, это легкий вопрос был. Ты ответил правильно, не веревка? Да, кстати. Ой, как хорошо, что запомнила. Забыли, да, как бы. У нас просто немножко разные правила иногда. Как хорошо, что напомнила. А напомню, что веревок всего 5. Вы понимаете, что я никогда не была в этой роли? Вообще первый раз в этой рубрике ведущая. О, так. Классно. Ой-ой, реально поехал. Реально это работает, ребят. Я просто до последнего не верил. Так, я тоже в это не верила, если честно. Не, ну это профессионально. Погнали ко второму вопросу. Ну что, давай. Кто совершил первое в истории человечества кругосветное путешествие? Время пошло. Я знаю, но я не помню. Ну попробуй, у тебя 30 секунд есть. Сложнее вопрос, кстати. Я не помню, как его зовут, ну, но я знаю. Ну нет, оно... Я не помню. Я даже нет. Не буду пытаться. Ну ты можешь несколько фамилий просто назвать, какие у тебя в голове. Это сложно. Нет. Да, нет. Я не знаю. Я не помню. Нет? Все? У меня есть вариант, кстати. К сожалению, это не твой вопрос. Я поняла, короче, у меня было по несколько простых вопросов, я думала, там по два. Теперь все простые вопросы это туда. А в сюжете... Так, Колумб, нет? Магеллан. А, Магеллан, да, а да. А все второе я оставляю тебе. Ай-яй-яй. Осталось-то три веревки. Ставьте обязательно прямо сейчас лайк, если вы хотите, чтобы Ева просто полетела в мышеловке. Или если я. Не надо меня так, в мышеловке. Ты там подтолкнись ножками, пожалуйста. Че так? Вот. Вот, нормально? Да. Все. У нас, как всегда, немножечко это. Не, ну вообще прикольно. Немножечко это. Да нет, самое главное, что работает. Хорошо, вопрос на, ну, такую математику немножко надо будет посчитать. Опа. Сколько часов в одном месяце? 24 часа в одном дне, 31 день. 31 день угу. Умножить на 24. Ой, блин, как тяжело. 31 на 20. Это 620, 31 на 4, 124, и там, сейчас, 5 секунд, 734. А, 744, чего ты на 10 часов ошибся? Лишишься одной веревки, да, собственно, да? Блин, на 10, Я, у меня по математике вообще идеальные способности. А ты просто начала столбиком считать, а я считал в голове. Просто у Евы есть ноготь, видишь? Она там ногтем нацарапала себе столбик. А я забыл, как столбиком считать. Оп, сейчас, подожди, я тебя подтяну. Я уже... Подъехал? Подъехал, да. Все подъехал, да? Могу еще подъехать. Вот, еще подъехал. О, супер. Ну, прохладно. Ой, будь здоров. Нет, это не я. А. Не а, знаю, кто. А, там заяц. Да, походу. Ну, это там кто-то. Кто-то чихнул? Да. Не знаю, ну, то ли чихнул, то ли еще что-то. Может, или там. Соседи? Ладно, окей. Так, я вопрос с подвохом. Опа. Так, в каком году изобрели вечный двигатель? А, это легкий вопрос. С подвохом. Так, вечный двигатель. В каком году? Ну как он выглядит хотя бы? Нет такого.
Ну, год, говори. Я не знаю. 10 секунд у тебя осталось. 2019. Я не знаю. Давай финальный ответ какой-нибудь дай. Ну, нет такого, да. Правильно, я же тебе говорю с подвохом. Мы изобрели вечный двигатель. Не существует. А что значит вечный двигатель? Я даже не понимаю. Двигатель, который будет работать без энергии, без всего. Ну, кажется, я тебе не подсказал, все равно бы это... Да, нет такого, ответ прозвучал еще там на 13-й секунде. Оп! Мне радует, как Гарёша добровольно сам подъезжает ко всему. Так, вопрос посложнее ищем. Да почему посложнее? Вообще, кто мне за язык тянул? Ну да, ты сам пришел, там я все знаю, я на все отвечу. Я ничего не знаю, блин, вообще, ребят, ничего не знаю. Очень страшно. Ну, на самом деле, не очень сложный вопрос, если ты разбираешься в астрономии. Да, я внимательно вас слушаю. Уран. Какая по счету планета от Солнца? Время пошло. Вроде четвертая Земля, вроде пятая Марс. Юпитер, Нептун, Сатурн, Уран. Ну, я только рандомно могу сказать, потому что я не знаю. Я думаю, что она не до четвертой, значит, и не пятая. Седьмая. Шестая. Да. Седьмая. Это правильно. Просто попал. Ну. Да. Реально? Да, реально. Как это просто? Как это просто? Нет! Это... Нет, ты не хочешь мне помочь. Так я тебе помог. Да ладно, зачем? Блин. Да я реально Гэри астроном. Гэри астроном. Хорошее название для канала. Новый канал. Вот это? Поехала? Да, поехала. Так медленно и печально. Так, что, я готова? Чему равна дюжина? Извиняйтесь, дюжина 10? Нет? У тебя есть 30 секунд. А можно 2? Нет, давай нельзя. 10, дюжина, 10. А, дюжина. 10. 10 ответ? Да. Или нет? Стой! Ну ты подумай. Но я тебе помогаю, или нет? Он помогает? Да. У тебя 10 секунд осталось. Нет, не 10. Не 10. 100, значит. Нет, не 100, не 50. Последний ответ? Да. Осталось... Дюжина? Да, давай. 2. Дюжина? Сейчас, на что похоже? Время закончилось. Сейчас. Я уже не приму твой ответ, но попробуй. Ну потому что все время. У нас со временем строго. 12. И откуда вы это придумали? Что придумали? Просто звонили. Они там в гугле списали. Василиса, короче, там про дюжину придумали. Давай придумаем число. Число, да. Дюжина, это, в общем, 12. Я тебе помог, я тебе 3 варианта ответа сказал, что нет. Да, но откуда? Я думала, 100% была уверена, что это типа ну круглые числа. Они 12, откуда выстрелилось это 12? Гер, ну пожалуйста, помоги мне, я реально, я вообще обижена. Я тебе помогу. Я тебе серьезно говорю. Так, Евце, одна веревка осталась. Сейчас, если Гера отвечает. Реально, одна в смысле? Да, одна. А, окей. Что такое фотосинтез? Давай, Гере, биолог, включайся. Не, ну слушай, я бы, кстати, я могу, может быть, неправильно ответить, но в моем голове, ну блин, я просто правильно, я знаю ответ. Если ты ответишь правильно, я тебя убью. Хорошо, ладно. Прыгну сейчас вот вниз. Сколько у меня секунд еще осталось? У тебя осталось 15 секунд. Хорошо. Фотосинтез – это когда проявляешь фотопленку. Все, твой окончательный ответ? Да, это мой окончательный ответ. Закончилось время? Да, закончилось. Короче, фотосинтез – это когда растение кислород образовывает. Блин, надо было спросить, в каких предметах вы хороши, наверное, в начальном. Так я во всех хорош. Ты астроном, биолог. Ну все, я неправильно, я подумал, я правильно про фотопленку подумал просто. Так, ну хорошо. А что там? Ой. Внимание, вопрос. Как называется повар на судне? Ну ты издеваешься на мной. 3 буквы всего. Ты реально считаешь, что это легкий вопрос? Ты реально? Блин, ну, да, нет. Ну ладно, ладно, нет, ну, время придет. Ты знаешь? Я не знаю, я думаю. Так, кук. Почти. Что? Почти, правильно, почти. Кук? Одна буква в середине кут? Неправильная. А. Кот? Кок? Да, кок. Что? Кок, ты не знал? Кто? Кок? Кок, да, порно. Кек?
Страшно. Да почему? Это нечестно. Потому что честно. Я девочка. В смысле? И то. Тебе меня не жалко? Тебе по ночам плакать, как мне больно. Конечно, жалко. Не жалко, конечно. Конечно, жалко у пчелки. Гэри, астроном. Самый большой остров в России. Какой это остров? Пошло. Пока в глазах незнание. В России нет островов. Неправильно. Камчатка. Еще варианты есть? 10 секунд. Я, кажется, знаю. Я сейчас не знаю. Нет, это не. У меня нет вариантов других. Знаю. Нет, все время закончится. Сахалин. Это остров? Да. Я думал, это полуостров. Можно я проверю? Да, конечно. Реально остров? А, ну да, Марьян же говорил, что у нас Сахалин, а это остров. Он Марьяна Ро, прости меня. В смысле, чего ты рада? Ты нечестно выиграла. В смысле? Ну я же тебе подарил вопрос. И че? Ладно. Выиграла же, победители не судят, знаешь, так говорят. Это твой выбор, я тебе не составлял. То есть выбор упасть. 15 мышеловок мой выбор, да? Готов? Да. Ответ нет, не принимается. Ну нет. Раз, два, три. Ты нормально? Ну, вообще, меня что-то там цепануло за спину немножко. Вот меня там... А чему на спине у тебя цепляться? Не знаю. А если я сейчас встану, нормально? Не, вообще, короче, нормально. В целом, классно. Мне понравилось. Почувствовал себя мышью. На каком еще канале блогеры могут почувствовать себя мышью? На канале Василисы Дованковой. Подписывайтесь. Да. Ребята, давайте скажем огромное спасибо, пожалуйста, Гере и Еве, которые сегодня преодолели это свой страх. Это ему спасибо. И тебе спасибо. Ну ты красавчик вообще. Где я еще мышью себя почувствовала? Да. Просто гигантской мышью. Обязательно переходите на канал и Геры, и Евы. У Геры я появлюсь. В большой мышеловке? Большой. Он приготовил для меня одну большую. Это месть. Всегда плохо начинать первый, потому что тебе потом мстят. Надо было мне сначала. Да, кстати, ну, типа, теперь я просто знаю степень. Ладно, все. А ее нет. Всем огромное спасибо за просмотр. Я вас люблю. Пока-пока.